Привет, друзья, с вами Керникс, и сегодня мы поиграем в игрушку под названием Fit and Grow. Сразу скажу, это игра, которую я искал очень-очень давно. Все мы с вами помним игрушку под названием Спор, и вот в ней был первый начальный этап, когда мы были бактериями, микробчиками и, собственно, кушали других. Вот, в этой игре в этом вся суть. То есть мы играем за рыбок, и нам предстоит кушать других рыбок, расти, кушать больших рыбок и, собственно, получать за это, естественно, очки. На данном этапе у нас, конечно, рыбок мало на выбор. У нас есть... Сейчас у нас хищные рыбы, у нас подобие болота. Локация. Мы можем выбрать две рыбки, по сути, без очков. Без очков это Раптор и Убер. По сути, я уже немножко наиграл. У меня 106 очков есть. Мы можем выбрать что-то более жесткое. Но я думаю, мы это сделаем чуть попозже. Так, Снейтхенд. Даже за черепаху можно, серьезно? Окей. Хорошо. Давайте начнем как начальный за Убера. Подумаем, посмотрим, что из него получится. Как, кстати, у них разница? У него обилка есть. Спасибо, Рейдж. Так, каждый раз, когда мы получаем либо наносим урон, мы получаем плюс 30 к дамагу и плюс 40 к скорости укуса. Ну, в принципе, это неплохо. Максимально плюс 150% и плюс 100% байт спид. Это неплохо, я согласен. Давайте приступим. Так, мы рождаемся. У нас есть небольшая группа таких же рыбок, как мы. То есть, в принципе, на начальном этапе мы как-то отчасти можем уберечь себя от больших рыб. То есть, либо наши ребята нам помогут уничтожать больших рыб, но они точно так же нам и мешают. То есть, вот эти ребятки сейчас будут пожирать все, что найдут. И нам либо нужно от них отплыть, чтобы найти самим себе еду и ее поесть. Либо же с ними вместе с толпой плавать и пытаться поделить с ними еду. Это очень сложно, я вам сразу скажу. Это капец как сложно. Так, я мелкую рыбку спугнул. Давай, кушай, кушай, кушай. Отлично, тут еще кусочек растения. Так, иди сюда, мелкий. Иди сюда, я тебя съем. Чего ты боишься? Я тебя просто съем. Я вот правда боюсь, может они на меня толпой сейчас накинутся. Не, они меня боятся. Они меня боятся, они накидываться на меня не будут. Хрена себе, меня перекрутило. Да их поймать невозможно, головастиков, ну. Стоять. Буду грызть тебя. О, да, деточка, рейдж растет. Ням-ням-ням, какой ты вкусный маленький малыш. Так, стоп, вот это еще поломай пополам. Все, отлично, левел ап есть. Ой, крабика, крабика пока что надо опасаться. Мы слабенькие для того, чтобы уничтожать краб... А это кто такие? Это еще какие-то ребятки зеленые. Он, кстати, по-моему, агрессирует в мою сторону, он поворачивается. А я по нему попасть не могу. На зуб не попадает. Не попадает на зуб малый. А ну стоять, 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 стоять. Или это из моего подвида, что ли? Что я не могу их есть? Так, стой, остановись. Нет, вообще никак не могу укусить. Так, там большая рыба какая-то есть, отходим. Отходим, спокойненько, сейчас все будет. Вот, вот эту мелочь мне пузатую надо кушать пока. Тихо, не бойтесь меня, я просто вас съем. Раз. Стоять, ты уже ранен, можешь не убегать. Смысла нет, ты все равно умрешь. Так, разломай. Не трогай, это мое мясо. Он, главное, своих товарищей так не атакует, а если мясо пожрать, то всегда пожалуйста. Это нехорошо. Так, все, он вырубился. Тихо, иди сюда. Иди сюда, ты же хочешь этот кусочек мяса, да? Ты хочешь его скушать. Да ебарец, это... Стоять. Есть. Надо хотя бы его убить. А куда делся, кстати, этот? Куда делся трупик предыдущего, которого я убил? Алло. Так, ты что, яйко кушаешь? В смысле, он меня укусил? Говнюк маленький, ты что делаешь? Ты это прекращай. Так, давайте по 6 экспы. А, он всплывает, вот в чем дело. Значит, тот тоже где-то тут всплыл, по всей видимости. Так, разгрызи этот кусок. Давай, засасывай. Ам-ням-ням. Так, левел ап, мы уже 3-го уровня. Отлично. Отлично. Что это торчит? Вот этот трупик. Сейчас его надо... Не. Раскуси. Ну. Молодец. Скушал. Так, отлично, мы 3,5 уровень, у нас 18 хп. Ну, 18 хп это на особо больших мы, конечно, не полезем. С 18 хп от них можно огрести только так. Иди сюда. Не. Поймал. Ну, ты ранен, стоять. Все. Смирись просто с тем, что тебе жопка. Тебе так будет проще. Так, можешь уже поглощать большие куски? Да, уже средние, точнее, небольшие. Средние куски мы можем поглощать. Хорошо. Я не знаю, правда, где мои товарищи делись. Может, они уже это, того? Может, их уже съели? Так, тихо, там большая рыбина. Какой-то карп. Не хочу я к нему лезть. Так, вот этот парень меня агрессировал. Хрена себе. Так, их тут толпа, стоит не забывать об этом. Отцепись от меня, тварь. За жопу грызет, вы представляете? Так, левела, подождите, я хпшку немножко восстановлю.
Потому что вдруг там целая стая, они меня сейчас сожрут просто, это никуда не годится. Фух, так, четвертый левел, это уже куда ни шло. Это вам не шуточки. Так, мы сюда еще кто-то заплыл опять. Оп, стоять, ты один. Он вроде бы мелкий, но кусается больно. Ты посмотрите, какой увертливый, ну. Стоп, кто-то большой за мной плыл. А, это крабик. Это крабик обычный. Иди сюда. Да что ж ты будешь делать, ну? Иди ко мне, мой хороший. Вкусный, вкусный. Ой, сразу товарищи его приплыли. Не-не-не, я понял. Вы здесь, короче, это... Стаи меня будете сжирать. Я на такое не согласен. Так, кто у нас здесь? Дратуйте. Здесь какой-то червячок. Похож на морской огурец. А я ему урон не наношу. Странно. Странно. Но я его при этом могу в зубах тащить. Или я его просто носом пинаю? Не, его в зубах держу. Выплюн, все. Выкинь каку. Не годится тебе червячок, видимо, это не твоя еда. Так, это у нас что за то? Это мои, да? Да, это мои друзья. Здрасте. Как вы тут? Поживаете? Ух, нихера себе. Вот здесь еще мои, ребят. Ой-ой-ой, там черепадло ползает. Я понял, почему черепаха такая дорогая. Да потому что она огромезная. Посмотрите. Я боюсь подплывать, на самом деле. Не дай бог там как-то гамнет меня. Во-во-во, она уже дергается. Не-не-не, я лучше ее трогать не буду. Так, ты кто? Ты наш? Не похож. Походу, это не наш товарищ. Раскрас похож, конечно, но нет. Давай. Быстрее, сильнее. Эй, товарищ, я, конечно, понимаю, что ты в моей как бы группе, но ты ж как-то это, совесть имей. Я добыл, я съел. Тебе не стоит соваться пока что. Ну вот, еще ребятки есть. О, так это их же, братья. Тихо, стоять. Стоять. Ап. Есть, поймал собачину. Ням. Вкусный какой, стоять. Ну куда ж ты уплываешь? Ты уже плыть не можешь, по сути. У тебя уже бока нет. О, мои, блин, пираньи прибежали. Все засосали. Все, что нашли. Так, тут еще один. Стоп, там же черепаха где-то была. Да, черепаха там же, я не хочу сюда в этот хребет лезть. А то черепашка меня гумнет и все. Так, оп. О, ты здоровый парень. Он может со мной помахаться, наверное, даже. Но он не успевает развернуться. Я его просто за жопу грызу и все. Так, тихо, дайте поесть. Дайте поесть вашему этому здоровяку. Так, давайте, разломайте куски, а я их съем. Договорились, отлично. Так, 5-й уровень с половиной. Мы растем. Я сомневаюсь, конечно, что этой рыбкой смогу на черепаху напрыгнуть, но... А вдруг? Вдруг мы дорастем до такого уровня? Мы, короче, тут полностью виды уничтожаем, мне так кажется. Целыми видами. Стоять, ты большой и вкусный. Я знаю, что ты вкусный, стоять, я уже тебя кушал. О, мои там... Главное, когда я просто плыву, они за мной не плывут. Когда я жрать начинаю, они всей толпой сразу же, ну... Что за рыбины, блин? Так, съедай, 6-й есть. Хорошо, сколько у нас? 26 хп. Чуть-чуть. Это мое. Не доел, простите. Так, кто у нас здесь проплыл, только что я видел? Это крабик. Давайте попробуем крабика съесть, что ли. О, опять моя толпа накинулась. Так, молодцы. Давайте вот этот кусок мяса раздробить его. Спасибо большое. Так, 6,5, слушайте, так мы сейчас... Ох, нихера себе, чё черепаха. Я тебя понял, я лучше от нее отплыву. Вдруг чё просто? Ну, серьезно. Мало ли. Так, ломай. У нас начальный удар очень слабый, вот в чем дело. Начальный удар очень слабый, но зато при этом, когда мы войдем в раж, так сказать, то мы начинаем пожирать просто моментально все, что видим. Так, давай по 6 экспо, но все равно, тоже ж экспо. Давай, ломай. Хренак, и последний кусочек. Почти 7-й. Сейчас здесь что-то плавало, мелочь какая-то. А, это наши, ребят, я понял. Я опять вернулся к истокам. Сейчас выплывем сюда, может здесь вид обновился, потому что я что-то не хочу. Вон, есть эти кусюки, ну, блин, они ж тоже толпой жрут, вот в чем дело. Сейчас мои пусть подплывут. Ой, кто это там здоровый такой был? Кто-то сейчас этих... Начинающий хищников сожрет, видимо. Хрена себе, какой же он огромный, а? Не-не-не, я не хочу сюда. Я передумал. Я думал, что там будет просто, но нет. Просто не бывает, по всей видимости. Там, кстати, я выпрыгнуть могу? Ну, да, чуть-чуть подышать могу. Юпи! Да, мы в каком-то болоте, и вправду. Очень похоже. Стоять. Стоять, говорю. Кого поймал, того и съел.
Давай. Все, ты сдох. You're dead. Ну, кушай. Level up. 7-й есть. Так, малые, имейте совесть. Алло. Они что же скотины растут-то, кстати? Они время не теряют. Так, давайте, делитесь едой. Там что хотите, то и делайте, а едой делитесь. Молодцы. Так, 7,5. Тихо, стоп, вот. Стоять, малыш, стоять. Буста не хватает. На скорость, тихо. Ня. Так, все, она сдохла, давай. Добей ее, а я поем. Ну, почти, да, почти. Больше половины точно забрал. Так, все, мы этот весь вид выжрали, что ли? А нет, вот они снова здесь. Дратуйте. Я к вам. Стоять, я говорю. Давай. На, за лицо его, прям. За морду лица. Так, все поглотил. Нет, еще кусок. Тихо, давай, раскромсай. Отлично. Жаль, что я своих жрать не могу, серьезно. Я бы своих пережрал, а бы не мешали. Мы уже 8-й, 33 хп. Я могу, конечно, попробовать на этого парня напасть, но я, по-моему, не такой здоровый, что на него нападать. Ну ладно, давайте попробуем. Так, по 1,8 он меня лупит. О, вот сейчас помощь товарищей очень даже вовремя. Давай, выжимай максималочку. Ебой, да, мы его сожрали, слушайте. А я переживал, думал, не осилим. Осилим еще и как, оказывается. Почти левел получили с него, слушайте. Так, а где твои товарищи? Я видел, ты здесь точно не один плавал. Эть, 100 пудов. Инфосоточка. Так, здесь у нас эти ребята, да? Во. Это уже другая такая-то огромная хищная, слушайте. Вот с ним, может, не стоит бороться-то. Так, здесь кто-то мясо поставлял. Куски растений. Хрена себе вы тут щедрые, слушайте. Я почти 9-й набил за счет вашей щедрости. Так, это наши тут мелкие балуются. Сейчас, где он делся, хищный? Он, кстати, тоже не это... Не особо выпендривается. Точно так же ест растения, ничего, не жалуется. По 1,9 у нас. Ну, начальный, как бы, дэмэдж у нас не особо фонтан. Честно говоря. Так, 9-й левел есть, сейчас КПХ отрегенится. Может, и попробуем этого хищника найти и съесть. Ой, не черепадлу, ну её нахер. Так, давай аккуратненько вот сюда. Здесь у нас что за подземные? Вот, еще один, блин, но я один боюсь его жрать. Ну ладно, на, за жопу. На, 5, 6 урон, давай, малой, помогай. Да я, в принципе, и сам затащил, я думаю. Да, все, он сдох. Это было просто. Это было относительно просто. То есть мы уже задеваем средняков. Средняков спокойно сжираем и ни в чем себе не отказываем. Хорошо, мы сейчас еще найдем. Стоп, может, это и есть как бы их место спауна? Как вариант, а? Может, проверить имеет смысл? Слишком темно. Слишком темно. Отсюда очень много выходов в разные стороны, кстати. Так, тут крабик есть. И растения обычные. Окей, это меня не сильно интересует. Так, давайте вот сюда выплывем. Давай. Опа, дратуйте. Кто у нас здесь? Здесь никого. Окей. Тогда идем к зеленым хищникам. По-моему, они как раз здесь и были, кстати. Да, вот они. Здрасте, ребятки, я голоден. Тут такое дело, я решил поесть. О, он 3 дамага мне наносит. Давай. Все сжирай, все, что на тебя наагрилось. Так, тихо, товарищ, это все мое. Все мое, понял? Все, сожрали? Нет, кусок остался. Оп, 10-й левел, слушайте. Да мы прям это, могем. Стоять. Ох, какая у меня пасть огромная, он никуда вообще отплыть не может. Абсолютно, как бы ни старался. Ой, промахнулся, бывает. Стоять, говорю. Что ж ты делаешь, а, мелкий шкет? Стоять. Не то грызнул, ну да ладно, тоже пригодится. Давай. Вместе на несчастного малыша. Куда это годится, ну? И он сразу стырил, главное. Сразу же, моменталочкой. Так, все, сожрали. Отлично. Так, где же этот хищный был, который зеленый? На щуку похожий такой. На мутировавшую щуку. Естественно. Так, мое. Спасибо. Он где-то возле черепахи крутился, по-моему. Я просто так понимаю, что черепаху мы по факту вообще затачить не сможем. У нее либо урон огромный, либо мы ее просто укусить не сможем. Хотя я попробовал. Я попробовал черепаху куснуть. Так, вот здоровяк.
Оп, за жопу. Оп. Оп. Так, по 2 урона, я ему по 6. По 6, по 7. Давай, давай, по 7. Нормально идем, нормально, хорошо, хорошо. Я бы даже сказал, стоять, все. Минус. Изи, уже в одиночку я жру просто. Так, сожрать, сожрать. Тихо, хищная херня. Так, отплывай, 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 отплывай. Она здоровая, кстати. Если вот этот еще мелкий, то то падла здоровая. Ай, тихо, уходи, 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 уходи. Пацаны, need help, need help. Нет, за что? Почему? Ай, обидно, конечно. Но мы могли бы их сожрать, я уверен. На 100%. Ой, наш там отомстил. И нашего тоже сейчас сожру, да? Да, нашего тоже сожрут. Хорошо, давайте попробуем более дорогую рыбку, скажем так. Или вообще давайте новую локацию попробуем. Новая локация, сингл. Давайте выберем, к примеру, океан. К примеру. Так, давай. Так, смотрим, что у нас здесь. Здесь у нас бибос. Ой, что-то я не туда леснул. Так, тиатака. Обычная рыбка вроде бы, нилин. Барракуда. Они все довольно дешевые. Ууу, акула. А что у нас дальше? Дрейс, хаммерхед, тайгершарк. Бровурак, 101 стоит. На 175. Ну слушайте, я хочу попробовать акулу. Обычный блэктипшарк. Давай. Я только не посмотрел скиллуху. Ладно, сейчас проверим. Скиллуха дает нам, скорее всего, поиск по крови. Мне так кажется. Или чисто поиск животных. Ладно, давайте попробуем жрать. Как мы вообще агрим? Куда ты вылез? Краб, так не, так, так не работаем, алё. А, я типа хватаю и начинаю разрывать. Это отлично. Это очень даже неплохая атака, мне кажется. Бля-бля-бля-бля-бля. И довольно быстро плаваю при этом. Краб, ты куда? Суицидник. Ап. Не дотянулся. Ап. Ап. Нет, ну это не так круто, как постоянная атака по большому количеству дамага. Серьезно. Мне так кажется. Грызи, грызи, грызи. Ни в чем себе не отказывай, тихо. Не-не-не, иди сюда. Иди сюда. Крабик, я же тебя все равно съем, ты же понимаешь, да? Как бы ты тут не выпендривался. Все, он уже мертв. Очень много сил уходит на то, чтобы съесть крабика. Ну давай. Но при этом я могу схватить и увести его куда-то. Вот что, классно. Так, подъели мы, слушайте, мы второй левел с трудом будем набирать. Так, кто здесь у нас есть? Так, это мои братья акул... Нет, это тигровые, по-моему. Это вообще рыба-меч, походу. Так, сейчас вот эту хрень попробую сожрать. Пока те там отвлеклись. Так, жри. Ну. Давай, 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 давай. Никто не спалит. Так, слишком большой кусок. Нормально, нормально. Слушайте, реально тяжело левелапаться. Так, ладно, к этим, видимо, рано. Надо обычных малых пожевать. Так, акула, это мой братишка. Кого-то там сожрал. Кого-то утащил. Кого-то утащил и съел. Так, а ну-ка, вот эту хрень попробуем поймать. Иди сюда, иди, 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 не бойся, не бойся. Я обычная акула. Хоп. Ну, почти что. Они довольно шустрые, кстати. Мы их так просто не схватим. Стоять. Ну, в смысле? У меня же не такой маленький рот, ну. Воу-воу-воу, кто меня там пинает под бок? Алло. Алло-алло-алло-алло. Кто меня там напинать пытался такой же? Тоже какой-то агрессор. Похоже на пиранью переростка. Так, иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Что ж ты будешь? Так, что же вы сюда всей толпой-то идете, алло? Не, этот меня точно съест. Надо отпустить. Отпусти меня, отпусти. Отпусти. Не жуй меня на постоянке. Тихо, 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 не годится. Но не за хвост. Нет, 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 отпусти плавник мой. Ты мразь, уйди. Он меня как будто насквозь протыкнул своим носом. Куда это годится? Так, вот наши пацаны. Все окей. Можно не переживать. Так, а ну-ка. Да, мы просто видим существ с помощью скилла. Но сгодится, скажем так. Не самый топ, но сгодится. Так, давайте поделим, ребята. Здесь рыбы куча. О, гуппи, походу, да? По-моему, на гуппи называется. Иди сюда. Так, сейчас я уплыву вместе с ней. Как там, стырил и съел. Все, тогда будет хорошо. Стоять.
Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Давай. Жрать. Ням-ням-ням-ням-ням. Так. Боже, второй левел никак не набью слушать. Мне интересно, какая разница будет между первым и вторым левелом, потому что сейчас 51 хп, и урон, ну, такой себе, типа. Бывало и лучше. Воу-воу-воу-воу, полегче. Так, нет, здесь толпа чуть не из приятных. Такие себе, как бы, товарищи, чтоб с ними плавать. Да здесь везде хищные дофига слушают. Так, малютки, иди сюда. Его хрен же поймаешь. Мелко. Так, усё. За один укус. Слушайте, вообще без напряга. Поймал. Хренак, хренак и минус. Изи, изи. Слушайте, походу это моя жертва, которую нужно жрать. Стоять, 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 стоять. Стоять, 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 малыш. Ты знаешь, что я тебя все равно догоню, ну? К чему вот эти вот игрища? Сейчас, 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 сейчас. Тихо, 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 тихо. Ап. Есть, товарищ. Это что за хрень? Это та самая дорогая рыбина, походу. Уходим, 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 уходим. Так, 53, 54. ХП где-то до 60 с чем-то поднимется, видимо. Второй левел. Хорошо, сейчас по дамагу проверим. Дамаг вырос или нет. Так, а кто у нас здесь? Кто у нас здесь? Угу, ясно. Здесь я мажу. Мажу своей пастью. Была же зеленая меточка. Ну, стоять. В смысле, ты что там, проплыть можешь? Ты это прекращай. Я, кстати, погрызен. У меня на спинке немножко царапка. Стоять. Ну, на 0.1 больше в начальном уроне. И я не заметил при первой атаке, что у нас по урону. В смысле, он выскользнул или что? Тихо, тихо, тихо. Давай, 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 давай. Домучай уже. Хорошо. Да, левелапиться нам куда сложнее теперь. Хорошо, давайте попробуем выпендриться, как всегда. Сейчас возьму какую-то, допустим, рыбу-иглу. И попробую ее ткнуть. Рыбомеч, это, по-моему, кстати, не игла. Так, где? Где? Когда мне не нужно было, здоровяков была куча. Когда мне нужно, то их, как всегда, нет. Вот здесь были, по-моему, дофигища. Так, есть вот этот парень, полухищный. Иди сюда. Ня. Его еле-еле дамажу, слушайте. Жесткий. Жесткий. Так, тихо. А он еще и вырывается. Стоять. Стоять, говорю. Ня. Мимо. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Ну, за хвост мог ухватить. На. Есть. Так, разрывай, разрывай, разрывай. Хорошо. Хорошо. Вообще не выпускаем. Все, он сдох, походу. Стоять. Стоять, 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 мне нужно что-то кушать быстрее, ну. Давай, 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 я еще камерой ему помахаю. Тихо, 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 тихо. Есть, так, хорошо. Большой кусок поглотишь? Не, не осилишь. Да, его разорвем. Ну вот с таких рыбин, в принципе, можно уже и выкачиваться, я думаю, без проблем абсолютно. Так, вот это, конечно, здоровяк, его я не осилю. Мне кажется, хотя... Чем черт не суть? Главное за жопу поймать. Так, погрызли, 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 погрызли. Отпустили, отплыли, 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 отплыли. Развернулись. Так, он на нас затаил обиду. А мы его опять за бок. Опять грызем, грызем, чтобы он нас укусить не мог. Истинная акула, мать. Бляха, их здесь двое. Уйди, уйди, отстань, от пути. От пути. Я что думал, что он здесь один. Тихо, тихо, тихо. Ускоряйся, ускоряйся, ускоряйся. Давай, 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 по чуть-чуть. Бусься, бусься. Ой, там еще и рыба-молот, ёпарес это. Хаммерхед проклятый, тихо, уйди от меня. Чё ты ко мне пристал, ты посмотри. Да, не. Вцепиться не могу в него. Не, вас двое, ребят, так не годится. Если бы ты был один, мы бы хоть там, типа, фэрплей, все дела. Раз на раз, а ты вот это вот братишку позвал, так не делается. Так, сейчас он отплывет друг от друга. И... Да что ж ты будешь делать, свою ротяку открыл. А, мы друг друга грызем, отлично. Только он меня по 6, а я его по 0.6. Так, тихо, отпусти меня, отпусти. Я такое чувство, как будто в него заплыл. Куда это годится? Тихо, 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 я уйти хочу, я уйти хочу. Все, 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 без обид давай. Не, ну мне тебе регениться надо, слушайте, с таким успехом. Не-не-не, уйди от меня, ты смотри. Неугомонный какой. Я вообще весь уже покоцанный, меня не знаю, как будто в сетях месяц держали. Все, отстал? Нет, не отстаю, слушать. Товарищ, не стоит. Сейчас я вот так сделаю. Оп, переворот. И...
не-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 
Ну, хоть так. Это... Я же горло просохло. Это что было? Мегалодон, это ты? Просто приплыл и, собственно, сожрал нас к чертям собачьим. Ну, я не удивлен так-то. Хорошо, ребятки, сделаем небольшую паузу. Если вам эта игрушка понравилась, обязательно поставьте лайк, либо же напишите комментарий, чтобы я мог понять. И, собственно, мы ее тогда продолжим. Пока что, да, сделаем небольшую паузу. Всем спасибо большое за просмотр. Не забывайте комментировать увиденное и нажимать на колокольчик. А мы с вами встретимся в следующем эпизоде. Пока-пока.